Ну что, третья наша ночевка произошла или прошла успешно, все четко. Тут, видите, наши тут постели. К утру становится прохладнее, конечно, но в этот раз потеплее, потому что мы сверху положили полиэтилен. Здесь вот сверху палатки еще полиэтилен. Завязали его веревками, и вечером так вообще была жара, потому что прогретая земля, прогретый воздух. Я сегодня даже не залазил в спальный мешок. Ну что, хотелось бы подвести небольшой итог. Что переночевали 3 дня в палатке давным-давно, не то что давным-давно. А такого что-то я не помню, чтобы 3 дня подряд. Помню, в армии 2 дня мы. Но там, конечно, условия пожестче, чем здесь. Вот, и погода была такая, что ой-ой-ой, дожди. Тут, конечно, кайфово все. Вон уже солнышко выглянуло. Основные итоги в конце, потом. Так, вот мы и на улице. Привет, о, красотка наша вышла. Мы уходили с улицы с этой. Мы там и были. Мы 20 дней на улице. Слушай, здесь вот что-то бензинчиком попахивает. Ладно, сейчас. Резинка, наверное, там, да, плохая? Или клапан? Все, лагерь почти собрали. Видели бы вы сейчас, мы перекусили. Компактнее. Да, у нас все компактнее и компактнее. Мы потому что научились. Третью ночь переночевали. Научились все собирать. Ну что, как прогулялись? Хорошо. Маленькое радио получилось. Мне жарко. Недолго, но все хорошо. Вечером на нас находит грусть порой, порой. А сердце мое, сердце бросится домой, домой. Ой, взводит ветер над бараками, БМП нам лязнет раками. Домой, домой, пора домой. Взводит ветер над бараками, БМП
купе нам лязнет раками. Домой, домой, пора домой. Иди с папой на речку и мой башмаки. У нее башмаки в говне. А лучше молодым любить, а не воевать, не убивать. Скажи. Нет, держать. Пуля просвистит пронзительно, АКМ встречит презрительно. Плевать, плевать на все, плевать. Просвистит пронзительно. Ой, пуля просвистит пронзительно. АКМ встречит презрительно. Плевать, плевать на все, плевать. Солнышко прикат, что там? Что просвистит? Короче, неважно. С черепашкой. На той горой. Мое сердце просится домой, домой. Звонит ветер над бараками, БМП нам лязнет раками. Домой, домой, пора домой. Звонит ветер над бараками, БМП нам лязнет раками. Домой, домой, пора домой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне нам... Некуда больше жать. Ошибся. Этот поезд в огне, нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы. Это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас рожали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Этот поезд в огне, нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Время вернуться домой. Ну что, возможно, мы ночевали последний раз, утренний концерт. А я к Талды, как говорят наши братья казахи, казахстанцы. Вот. Двигаемся потихонечку. Сейчас вот последние пожиточки соберем и будем выезжать. Возможно, покажем, как это будет делать. Андрей рубит в память о Горном Алтае веточку и будет из нее потом создавать флейту. Потом покажет. Не знаю, кривовато. Хорош. Так же, да, мы приехали? Да, да, да. Ну что, ребят, стартуем! Стартуем! Стартуем с третьего места. Такой вид всегда, любой вид, вот куда бы ни повернули, любой вид, конечно, поражает своей красотой и размахом.
мощью, да, и масштабами. Велосипедисты. А видишь, выходные дни, Андрей, велосипедистов больше. И очередная красота Горного Алтая. Смотрите, как солнце зашло и такие блики на горе. А там, как обычно, самое главное местное. Да это хорошо. Чем больше коров, тем больше молока, мяса. Смотри, на таран идет. Где? Вот это? Тёлочка. Тёлочка. Чёрный? Чёрный, да? А кто? Все едут осторожно, аккуратно. Это что такое было? А вот, смотрите, бычок это. Возмущается. Да, забыли его. Так, остановились мы тут. Водопад Шерлак. Это я даже не знаю, какой. Ну, где-то 700 с чем-то. 760 от Новосибирска. Да будет ваш путь счастливым, дорога радостной и приятной. Вот так. Ну, как всегда, тут мед, медовуха. Прополис. Прополис. Здесь вот такие вешают веревочки, наверное, чтобы вернуться, да? Ленточки. Ленточки. Смотрите, так-то ничего, симпатично. Туда вверх поднимается. Водопад Шерлак. Конечно, все исхожено. То есть, ну, грязи не видать. Хорошо. Чего нашел здесь? Вот что вот это за трава? Это вот интересный какой-то. Пласт такой. Я не знаю. Ага, вот он сам водопад. Настя, подожди, не убегай. Вот там и народу, видимо, воду набирают и смотрят на водопад. Вон водопад, Настя, смотри. Достаточно высоко идти. Собака, стой, собака какая-то. Не боишься, что она тебя цапнет? Боюсь. Пап, когда я вот так вот делаю, то называется меня горный котик, да? Давай, горный котик. Горный. Где там наша маленькая? По-моему, она это. Вот она, вот она. А как назад будешь? Вот надо было по этим сбоку идти. Ну а ты мне для чего? Да. Я всегда на подхвате. Поднимаемся. Назад тяжелее будет. Опасней. Во, а тут. В 76-м году поднялись. Смотрите, как тяжело дался подъем нашей маме. Зачем мне показывать? А пусть смотрит, как тяжело. Вот он, водопад. Ой. Собака, у нас пожрать нету. Смотрите, собака подошла. Давай, привет! Давай, расставь руки. Да, водопад, конечно, серьезный. Подойду поближе. Ну, метров 25-30-то есть. О. Подержи меня, я попью. Ты не боишься обмочиться? Боюсь, конечно, но... Давай лучше наберем бутылки и потом попьешь. Ага.
Давай бутылки наберем. Это вот туристы. Так, вот подобралась, конечно, Лариса рядом. Андрей сейчас будет воду набирать. Я уже маленькую бутылку набрал. Бутылки-то убери. А чем тебе плохи бутылки? Так, а собака вот здесь, смотрите, это местная собака. Хоть она и с ошейником, но... Она тут отдыхает. Да. Она привыкшая к людям, ко всем ластится. Смотри, никого нету, а? Осторожнее, сейчас спуск будет. Смотри, куда я наступаю, и ты так же. Смотрите, спускаемся вниз. Народ идет. Мы сейчас последние идем. Ну, высота приличная. Минимум. Метров, я не знаю сколько, ну выше, чем девятиэтажка, да? Скалолазка моя! И как там дальше? Альпинистка моя! Альпинистка моя! Осторожно, вот здесь, смотри, камней много. Опасный участок прошли. Лариса, он довольна, я смотрю. Ну, сюда-то было легче забираться, чем... Есть акацию, но очень хорошо. Ну, дайте акацию такой попробовать. Это дягель, сейчас дайте. Попробуйте. Оливковый. Может быть, он привозной быть. Почем мед-то? 900, дягель 900, таежный. Это сколько там, килограмм, да, или сколько? Полтора. А мне-то дай попробовать. Мам, смотри, Лори. Так, вот это Лариса. Ну уже, я же не могу тебе это жадно. Это дягель. Мне нравится эта акация. Мне тоже понравилось. А медовуха осталась? Бери акацию. Да. Я люблю липовые. Ну что это? Они походят. Похожи, по акации, они походят, точно. Где, берем? Классно, берем. Сейчас я за деньгами схожу. А куда это можно кинуть? Куда? А вот такие 300 баночки. А медовуха почем? 300, медовуха по 300. Это что? А полторашка. Это что? Полторашка. Эти 300. Попробовали медок. Сколько он сказал? 900 рублей. Сколько? Килограмм или сколько? Полтора или килограмм. И медовуха 300 рублей, полтора литра. Так, решили взять медовухи и меда. Сейчас на стоянке будем отмечать. Завтра еще на день остаемся. Будешь отмечать? Ну, это окончание путешествия. Сколько такое стоит? 150 маленький, 250 побольше. А что это за мед? Мед вот этот таежный. Так, вот это вы сказали какой? Дягель. И акация, дягель, да, акация. Все, спасибо. Дягель. Что такое дягель? Давайте мы тоже попробуем. Так, акацию вы пробовали. Да. Так, теперь таежный. Нет, дягель давайте. Попробуйте по порядку. И до дягеля дойдем. А вы деньги за это не берете? Нет, не беру. Вход и выход бесплатный. Так, я тебе давай капну. Да вон другую палочку-то возьмите, да и все. Нет, тут лучше с акацией. Больше понравился. Да, мне не понравился тоже. Не, он мед как мед, но с акацией больше нравится. Не, ну как, я вот акацию, мне на дух не надо, я ее не люблю. Да? Я вот этот люблю. А это какой, дягель? Это дягель. Ну-ка давай. Нет, ты другой палочкой, тут не возьмешь, так, чтоб... Я дягель люблю. Тянуться должен тонкой, длинной такой. Ну-ка давай, покажи. Да пожалуйста. Давай, покажи. Коль вам надо. О, без сахара. То, что надо? Да. Нет. По вкусу не нравится. Видите? Я потому что липу люблю. И... Но он, нет, он дягелем среднее что-то между акацией и тем. Так, а... вот эту я беру. А вот это что? Это медовуха. За девушка такая. Медовуха. Это липа? Не, почти литр. Ну, литр. Ой. Так это с алкоголем? Вот и думал. Как от спирта? Теперь спросите, сколько раз, а я скажу, что 95. Вот человек. Серьезно 95? Да, прям, это как вино.
Да, конечно, а здесь 12 градусов. Так, 900 и 300, 1200, 800. Спасибо. Бери, Андрей, я тут. Поднимаемся на Чикитаманский перевал с другой стороны только, со стороны Кошагача. Но, можно сказать, еще даже не перевал, а только подъезды к нему. А уже смотрите, какие тут прорубы. Все едут аккуратно. Народу все, прибавилось. Все, кто нас обгонял на протяжении 40 километров, вон они все впереди. А расстояние от них, ну, метров 100. Народу, конечно, в субботу прибавилось, сегодня суббота, прям серьезно прибавилось. А там вывеска была, что Чикитаман? Не знаю, там какой-то памятник был, не знаю, что это памятник. Меломанское городилище, вот это, наверное. Внизу сдаются домики. Вот вчера таких пробок не было, да? Может, где-то и не очень комфортно было долбить, но в совокупности с другими. Да, там, предположим, километр продолбил, а потом 10 километров хорошего пути, а там надо 5 километров было долбить. Они же, представь, весь этот путь прошли сначала, не один раз. Естественно, проект был. Пешком еще когда не было этого. Еще в царское время, я думаю, это произошло. Не было ничего еще, дороги, ни проруба, ничего. Все исследовали, где можно. Даже не было спутников никаких. Все надо было это представить себе, представь. Нарисовать. Да. Вертолетов не было, чтобы подняться, посмотреть. Конечно, если бы на вертолете, может, какое-нибудь место было бы выгоднее. Может быть. А может и нет, потому что эти столетия оно было, за это время все равно лучшие места нашли. И они же ведь не просто в одном направлении шли. Они еще и окрестности изучали, может, где-то еще лучше есть вариант. Но... Вот, ребятки, остановились на перекур. Еще до Чикитамана ехать. Не знаю даже сколько. Андрей, наверное, решил. Ну и зачем ты к ней идешь, Андрей? Вот тут не менее красиво. Нас, смотри, они могут бодаться. Да, ей интересно, Андрей. Да. Она молоденькая. Ну, они бывают бешеные некоторые. Не, это нормально. Красавица. Смотри. Брюнеточка, как я люблю. Ну да. Шикарно. А у меня ничего нет. Корова, у меня ничего нет. Ресницы, смотри, у нее какие. Реснички? Ну-ка. Посмотри. О, ресницы. Да наращивать не надо. Шикарно. Вообще всем хороша. И молоко будет давать, как подрастет. Да. И не ворчит. Не ворчит, думаешь? Ну, ты мое чудо. И на каблуках смотри. Красотка.
Ну давай, а чё? Ну давай. Давай я тебя погладь. Давай, погладь. Давай. Нет, ты мне не нравишься, ей парень нужен. Давай. А, ну понятно. Иди сюда. Ты тоже что-то не понравился. С вами несерьезно. Тёлочка молодая. Смотри, давай. Видео снимешь. Давай, я снимаю уже. Это фото. Я-то снимаю. Детка, иди ко мне. Все, ты уже не интересен. Так-то чистенькая, да, тёлочка? Молоденькая, красивая, да, смотри, какая, реснички. Все, все в порядке. На каблучках. Скажет, докопались, блин. Что вам от меня надо? Не в моем вы вкусе. Мне четырехногие. Маленько пошутили. Там он ее соплеменники. Так, вот пошел старый к тёлочке, к молодой подкатывает. О, смотри, приняла его подарок. Ну все? В отель везем? Я ее даже могу разместить у себя в холодильнике. Разместить в холодильнике? Да. Сзади смотри, какая рогатая. Да, а сфотаться я не успел. Не успел? Да. А вот фотографию возьму с этим. Ты вверх снимай. Все нормально. Ну мощная, она так только раз, я вон там буду. А смотри. Ты уворачивайся. О, смотри какая. Это помощнее. Да, а рога-то, смотри, кривые. Обычно с кривыми рогами говорят, или со сломанными. Бадучи. А смотри, в бошку рог отправлен. Ну, скрилят, ничего. А вот так, если в природе, в дикой, да? Умирает, ну. Страшно. Лариса решила помыться в горной реке. Смотрите, пяточки свои. Почему я раздевалась, я там помылась? Вау! Жаль, я не посмотрел. Смотрите. Река. Ты что-то новое увидел? А вдруг? Ой, кайф такой, залезь обязательно. Блин, я сейчас тоже залезу. Ребят, вообще обалденно. Вода холодная и одновременно приятная, да? Да ужаса. Оба, проволоку нашел, меч, голова с плеч. Да ужаса приятная вода. Слушай, а здесь это холоднее вода, чем в том ручье, гораздо. Пойду закрою машину. Ты что, куда, Настя? Смотрите, ребят, это еще один райский уголочек. Вот сюда можно вставать на автомобиле. И, пожалуйста, вам ночевочка. Это после Чикитамана, если со стороны Семинского перевала ехать. Мы еще с этой стороны до него не доехали. Ехали тут к магазину Нурия. Имя, наверное, женское, да? Нурия. Продукты. Здесь начинается подъем на Чикитаман. Ой, на, ну да. Чикитаман. Все 4 километра по 9. Со стороны Кош. Со стороны Кошагач. Андрей решил бегом это все дело преодолеть. Сначала на велике, потом решил. Давай, я побежал бегом. А это что? Что, снимать майку будешь, нет? Да, наверное, нет, надо вот бы снять. Нет, вот это черная полоска. Ты кепку одень. Кепку одену. Тоже порез ножиком. Настя, давай, гуд лак. Так, вот здесь у нас 727 у меня. Так, я, наверное, по попутной побегу в дороге. Конечно. Да? Мы верим в тебя. Конечно, по попутной. Ты что? Ну что, Андрей, готов? Готов. Ты не сгоришь? 15 минут не сгорит. Но он же не пластилиновый. Давай, мы пока подождем, пока ты поднимешься чуть-чуть.
Путь пошел. Мы сзади будем ехать потихоньку. 4 километра до верха. Еду по обочине, чтобы обгоняли машины. Спускаемся и нормально. На говнюшки наехали. Так, сейчас он должен наверх подняться, и мы его должны видеть вон оттуда. Отъехали километр. Вон Андрюха бежит. Бежит Андрюха. Капитан серых алтайских злых волков. Тренировка идет. Так, вон он, Андрюха, бежит. Мы его сзади догоняем. Сейчас немножко вперед. 10% подъем. 10%! Где мы будем? На всякий случай. 2-й километр. Здесь уже градиент показал 10%. То есть достаточно такой... жесткий подъем. Примерно он пробежал километр. Сейчас пошел 2-й километр. Молодец. Как самочувствие? Все окей? Лучше, чем на Марс бежал? Да, полегче. Я сильно не топлю, так? Давай, давай, нормально все. Не топи. Главное забраться, а тут главное участие, как в Олимпиаде. Блин, трогаюсь, и машина назад едет. Андрюха, мышцы играют. Сейчас Андрей должен здесь появиться из-за поворота. Это он сейчас уже на 3-й километр идет. Так, вот он, наш бегун. Это мой сын Андрей. Сейчас я с ним пробегусь 100 метров. Как самочувствие? 1,8 пробежал. 2 еще нету, да? Нет. Тяжеловато так-то. Ну давай, удачи. Давай, давай. Хорошо. Там впереди перевал. Видите, какие прорубы здесь. А наш Андрюша бежит. Тик-тик-тик-тик-тик. А бежит он вот здесь. Сейчас я ему навстречу пойду. А может даже перейду на другую сторону, чтобы лучше видно было. Вот наша машинка. Смотрите, горный шиповник. Или что это? Это крыжовник. Ребята. Горный крыжовник. Крыжовника порвал. А вон и Андрей наш. Вот он. Крыжовник будешь, Андрей? Нет. Горный. Воды. Да сейчас дадим, сейчас, ты беги. Передал я воды Андрею. Говорит, спарился я весь. Он помочил шапку.
Сейчас он мне должен бутылку отдать и дальше. Тяжко? Как самочувствие? Пойдет. Не торопись, спокойно, давай. Ой, ребята, сейчас такие виражи были, пока тут камеру включила, уже не так страшно. По-моему, больше, чем 4 километра мы пробежали. А сколько было? Так он уже 3 пробежал. Наблюдать, я сейчас заскочу вот на этот камень, попробую. Огромный валун. Смотрите, гранит прям блестит весь. Не буду на него заскакивать. Тем более, что он острый. Видите, камнепад. Когда строили эту дорогу, я представляю, как обрушивали они все это. Сколько людей погибло. Вон оттуда из-за угла должен появиться Андрей. Такая вот природа. Реально мощная. Так, появляется он, Андрей. Ну, мне кажется, больше, чем 4 километра он взял. Взял, как говорится, на себя высоту. Так, идет. Видно, что тяжело. Сдастся, не сдастся. Думаю, что нет. Вот будешь? Не хочет воду. Хорошо. Как самочувствие? Пойдет. Отлично. По-моему, больше 4 километров. 3,8 метра. Ну не 200 метров туда явно. Так, ставят где попало знаки. По жаре, высокогорье, это тяжко. Ну что, мы наверх, наверное, тогда? Эти суровый край, но все равно между скал пробивается растительность. Значит, Андрей пробежал уже больше 4 километров. Значит, указатель обманывает. Перевал, скорее всего, вон там он. Ну это еще километр минимум. То есть около 6 километров он должен пробежать. Хотя рассчитывал на 4. Вот так вот, ребята, доверять знакам. Было написано до подъема 4 километра. Андрей уже пробежал больше 5. И еще показалось, что 800 метров до вершины. Но опять же могут наврать. Там не 800 быть, а, например, километр. Вон он, видите? Бежит, 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 бежит мой сынок. Старается. Сердечко его работает. Тяжко, тяжко ему. Сейчас попою еще его водой раз. С водопада. Где бутылка, Андрей? У меня. А, уже отдал, что ли? Да. Чуть-чуть, метров 400 осталось. Так, вот мы приближаемся на высшую точку перевала. Вот, блин, еще не высшая точка. Каких 800 метров? Они что, издеваются, что ли? Можешь еще раз сказать? Машина уже здесь. Видимо, там места нету. Слушай. Андрюха! Там, наверное, места нет наверху, где встать. Видишь, все здесь? Так что беги. Сними меня там, побежали. Давай, давай. А
Андрюх, я тебя наверху буду ждать. Поднялся, Андрюха поднялся наверх. Молодец. Ну как оно? Нормально. Давай опять. Вон, нашли место, только видишь где? Тут бежал, где прямая. Кажется, что мне крылья приделали. Да? Летишь, как будто это, не чувствуешь вообще. Вон, видишь, тут орлы какие летают, тени. Вот это тренировочка. Не торопись переходить. Да я хочу... Сколько еще... пробежал? 5,55. Набрали, да, там? 5,55 километров. Что, вниз еще хочешь, что ли? Не-не. Может, полить тебе сверху? Помыть? Давай на ту сторону потихоньку. Андрей рассказывает, как. Тяжело. Тяжело, действительно. Это еще хорошо, я начал не так быстро. Я думал 4 километра, а здесь-то на полтора больше оказалось. 5,5, ну. Но все равно, молодец. Фух. Все живы повылазили. Вены повылазили? Да. Тяжело. Правда тяжело. Как будто пятнашку пробежал по этой, по равнине. Так, один подъем а метр вверх считается 10 метров по прямой. Да? В 10 раз ты больше пробежал. Ну не 50 же. Ну тяжело, да. А? 300 метров. Не, мы же едем сначала. Подожди, пап, купаться. Пиши. Ребят, смотрите. Здесь вот такая автомобиль. А как это? Volkswagen, да? Да. Здесь делают девушек чуть счастливее. И вот это ее номер. Так что, если увидите, срочно прыгайте. Тормозите в эту машину. Тормозите эту машину и прыгайте в нее. Вы будете счастливее. Да, да. Ну все, Андрей поднялся. Теперь мы едем вниз. И там внизу нас ожидает уже ручей наш знакомый. Там небольшая глубина. И подойти хорошо к воде. Но если сейчас суббота, там не будет все забито, конечно. Посмотрим. То есть нам надо хорошо помыться. Так, мы спускаемся теперь с Чекитаманского перевала. В сторону? Семинского. Семинского, да. Пусть нам ужин готовят. Приедем поужинаем. Съехали мы на... Обед? Привет! Привет, собака! Давай познакомимся. Тут вот кто-то подъехал тоже, это их собака. Так, Лариса, как всегда, тут все у нас чики-брики делает, все отлично. Я вот изготовил, видите, один стул и второй стул у нас не хватает. А вот там еще есть. Андрей занимается подогревом кипятка, а Настя хочет мыться. В речке. Давай, только недолго, я послежу. Снимай. Давай. Только в говнёшку не сядь, как в прошлый раз. Вон туда, правильно пошла? Вот аккуратно, спускайся. Так, вот мы в речке, как Настя говорит, делаем сапожки. Сапожки — это когда ноги замерзнут до щиколот. А может даже чуть повыше. И будет ощущать такие холодные сапожки, да, Надь? Да. Вау! Сапожки. Вау, на песочке-то как классно. Всегда деду предлагала, чтобы он на тот берег перешел, а на самом деле он не хочет, наверное, трусил, наверное. Я не трусил, я просто, мне отсюда все видно. Давай на траву вставай. Главное, в говно не наступи. Все будет окей. Вау, какой шикарный салатик. Это наши помидорки и огурчики. Все уже. Те... Ведро огурцов брали. Да. И больше полведра помидор. Так уже здесь 4 дня скоро будет. Четверо суток. Да, вот здесь вот, смотрите, вот такая тихая заводь. Здесь и ноги можно помассажировать и помыться. Надо это отдохнуть маленько. Давай! А, хорошо! А, хорошо! А,
Вот такая горная река, классная. Хорошо. Ой, хорошо, молодец. Ребята, супер! Ребята, нету лучшего счастья, чем помыться в горной реке. Это просто супер. Тут Лариса приготовила еду, смотрите, какую шикарную. А, она сама кайфует. Насыпала. Лариса налила чай и мед, который мы покупали возле водопада. Смотрите, какой прозрачный мед. Какой он, скажи? С акацией. Акация, да. Ой, ну, смотрите, какой. Смотрите, как тянется. Ну давай, пробуй. Мы же всегда пробуем. Ну и что, я знаю, как это вкусно. Ну давай, подожди, на камеру, давай. Блаженство. Казахстанский чай, пиала и алтайский мед. Это супер объедение. С акацией. Нереальная вкуснотища. А вот и наступил очеред нашей мамы купаться. Бабушки. Мне хоть с лица не показывать. Вода холодная, но одновременно приятная. Не простудишься? Это просто наслаждение. Это моя мечта была покупаться в горном. У каждого своя, кто-то на лесопеде, кто-то бежит вверх, а кто-то в камнях полежать. А что это за река? Не знаю. Жалко, что не Катунь. Катунь не такая прозрачная. А, да еще вдобавок она холодная. Это хоть и холодная, но... Никого треста! Ты говорил, она как бежит вдоль дороги? В другую сторону бежит. Там в другую, да. До свидания. Очередной привал. Двигаемся в Ангудай. В сторону Семинского перевала. Чикитаманский мы преодолели, как вы видели. Все, едем.